Годовой план по заготовке кормов по республике выполнен на 92%. В 10 районах отмечается перевыполнение плана, но тем не менее есть районы, которые отстают. Председатель правительства Евгений Чекил провел выездное совещание в Усть-Алданском Улусе, который пострадал из-за летней засухи. Так, в районе планируется закупка порядка 130 тонн дополнительного корма из-за пределов Улуса. В ходе выезда Евгений Алексеевич посетил Батагайские и Лиговские наслеги, осмотрел поля посева зерновых культур хозяйства БТ «Агро». В крестьянско-фермерском хозяйстве предпринимателя Бурнашова ознакомился с летним хозяйством, с посевом суданской травы. В целом исполнение планов показателей мы видим, что по ряду услугов идет успешно, по ряду есть отставание, и мы видим, что прогнозно план не будет выполнен, но правительство в лице Министерства сельского хозяйства на текущий момент уже сформировало прогнозный план, каким образом перераспределить имеющиеся запасы кормов с целью обеспечения зимовки скота.